Во время Великого Поста верующие ограничивают себя в привычных удовольствиях. В своем рационе оставляют только овощи и крупы. Некоторые полностью отказываются от питания по средам и пятницам. Именно в такие дни проводится литургия прежде освященных даров. Смысл заключается в том, чтобы верующие не оставались без причастия святых христовых тайн, то им предлагается в эти дни, в среду и пятницу, причаститься прежде предуготовленными дарами. Перед причащением проходит служба. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий прославляет Пресвятую Троицу, воспевает сотворение мира Богом. После каждого отрывка диакон предлагает помолиться. Нередко этот момент сопровождается звоном колокольчика. Это призыв прихожанам преклонить колени. Пятничное утро верующие отложили свои дела, чтобы прийти в Александро-Невский храм на причащение. Каждый отмечает, что литургия прежде освященных даров – особое время для очищения души. Я испытываю возвышенность. Да? Возвышенность почему? Потому что когда человек кается, когда он глубоко понимает, насколько он грешен в этой жизни, и приходя в храм, возможность общаться с Богом и возможность раскаяться и получить прощение, она такая великая и очень сильно такая глубоко очищающая человека. Молитву читаем, про святых своих узнаем больше. Это важно, потому что ты должен быть с Богом всегда, и ты молишься, причащаешься и очищаешься от грехов. В дни божественной литургии вера людей только укрепляется, а жители объединяются в совместном богослужении. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.